сквозь давности пелену я слышу издалека. Гремела на всю страну бриллиантовая рука. И надо всего одно, мне 10 копеек взять и ветром бежать в кино, как пуля туда бежать. Скорее купить билет, к окошечку подбежал, смотрю, а монетки нет. Монетку я потерял. На улице выход был, под дверью весь фильм стоял. Не видя, я фильмом жил. Я слушал и хохотал. «Ну как там?» — спросила мать. «Никулин, рассказывай сам». «Ну что я ей мог сказать?» «Понравился очень, мам».